Смотри, папа, это ты. Пойдем играть, папа. Теперь он совершенно безопасен. Она не твоя дочь. Ты понимаешь? Ее зовут Элеонора. И она моя. А теперь на колени. Сними свой шлем. Отлично. Возьми пистолет. Приставь дуло к виску. Стреляй. Сигнал очень слабый.
Правило номер один – рыцари, швабры и тряпки. Вы на океанском дне. Если вам вдруг почудится, что по каске барабанят капли дождя, считайте, что вы уволены. Правило номер два. Вы можете прикурить сдохший генератор, но сначала выведите посетителей из бассейна. Богачи пугаются, когда рабочие вдруг начинают швыряться молниями. Сечете? Мертвый. Какая разница? Отец! Долго спал? Элеонора скучала по тебе. Отыщи ее, и тебе станет намного лучше. Папа! Она обещала! Наконец-то сигнал. Послушай, тот, кто возвращает жизнь в этот мертвый город. Меня зовут Тененбаум. Я знаю, кто ты такой. И мне очень нужна твоя помощь. Прошу, отыщи меня на станции Атлантического экспресса. Говорит доктор София Лэм. Помните, вы не одиноки. Думайте обо мне не как о вожде, а как о матери семьи Восторга. Я снова в восторге после стольких лет. Малышки, которых я спасла, выросли и больше не вспоминают обо мне. После того, что я когда-то с ними сделала, я счастлива быть преданной забвению. Как вдруг по всему миру начали бесследно исчезать дети. И я вернулась, с ужасом понимая, что знаю истину. Кто-то вновь создает малышек, продолжая мою работу. Мое грешное дело. И я должна остановить их, даже если мне придется умереть.
Мне чудом удалось остаться в живых, спускаясь сюда, но я здесь, и это реальность. Восторг. Вот куда они забрали мою бедную малышку. Из лодки я видел, что почти весь город разрушен, но кое-где горят огни. Какие-то фигуры двигаются. Я отвлекаюсь. Наверное, это от страха. Возможно, если я найду эту доктора Лэмп, голос, который я слышу из громкоговорителей, то найду и Синди тоже. Диана настояла, чтобы мы провели выходные в Адонисе. И вот я уже хочу отдохнуть от собственного отдыха. Когда она в очередной раз решает поставить мне в вину мою работу, ее слова превращаются в бесконечное блеяние. Я основал Восторг, чтобы освободиться от законов и религии, чтобы жить среди тех, для кого сама работа является заработком. Но когда Диана сказала, что носит моего ребенка, это привело меня в замешательство. До сих пор... В этом костюме даже океан не причинит тебе вреда. Это хорошо. Однако Восторг принес гибель множеству великих людей. В одиночку ты долго не протянешь. Ты еще можешь прийти на станцию и найти там меня.